Очередной пожар, третий за последнее время, произошел в Аркадии возле ночного клуба «Ибица». Без четверти два дня на пульт МЧС поступил вызов о возгорании летней площадки пиццерии «Барлетта». Мы находимся сейчас в Аркадии возле клуба «Ибица». Здесь, на летней площадке пиццерии «Барлетта», около двух часов произошло возгорание. В течение 20 минут пожар потушили. Сейчас МЧСники выясняют причины возгорания. Он горел в основном, как я поняла, внутри что-то загорелось. И потом огонь был достаточно сильный. Тут очень сильно воняло, сейчас уже не так сильно. Людей было практически не видно из-за дыма. Пожарная команда прибыла через 20 минут после начала возгорания. К тому времени основной очаг уже потушили сотрудники заведения. Було направлено два відділення. По прибуттю було виявлено, що горить літня площадка. Пожежу було локалізовано в 14.05 і ліквідовано в 14.24. Загиблих пострадавших немає, причини пожежі встановлюються. Информацию о том, что пожару предшествовал взрыв, спасатели не подтвердили.